Позиция, гуржите. Stand position. This or this? That's straight. Ну, и шо? Ничего. Ну, так все равно, что основное... Человек сказал, мы делаем. Я же помню, что он давал вам так. Правильно. Макс, посмотри на руку. That's straight. Просто раз. Параллельно. Верхняя главная. Five times each side. Slowly. And stretch. Sami Dhyanamchari used to say, and it is a truth, that when you stretch the arm that is straight, it feels more air on one side of the lung. So he used to say that we are able to open up 300 million pores in the lungs. Luda knows much about lungs and respiratory systems. Stretch your arm. How many times? Five times. And Sarvan Pusti. Sarvan Pusti. Yeah. You. Yes, yes, I have. Yeah, yes, yes. Я исполнил начальные ключи сразу. Проверили свои тазобедрия. Ставим. Вдох, выдох. Мышцы на шее. Пятки шире. Хорошо, ручки выдох. Прогиб хвост отставляем, прогиб грудной отдел. Вытягиваемся лицом. Замок. Левой рукой берем правую. Правой рукой левую. Поворачиваемся вправо. Вторая рука в кулаке, большой палец там же. И с выдохом идем правой ноге. Вытягивая себя правой рукой левую. This is breathing up. Yes. Это выдох. Со вдохом поднимаем на цель. Deep breathing. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Спину, грудь, подмышки, замок, перехват рук. Поворот с выдохом. Вытягивай. Расслабьте правую сторону, тяните ее левой. Your knee remains straight. Do not bend your knees. Колени не сгибаются. Поднимаем себя, как будто левой рукой правую поднимаем. You see, that's the way Sasa is doing. Лицо, перехват. Большой палец внутри кулака, поворот. С the smile on the face. The knee is straight. Elbows are straight. Вытягиваем. Меняем кулак руку. Поворачиваем. Живот положите, не лоб. Поднимаемся со вдохом. Это было по 5 times every set, Yeah, 5 times every. Меняем, дотягиваем, These two practices also becomes an independent, separate group of practice. Поднимаем, вытягивая правой рукой левую сторону грудь, подмышки, хвост, меняем, разворачиваем, тянем. Со вдохом вытягиваем, поднимаем вверх. Вытягиваем хвост, грудь, подмышки. Меняем. Последний раз разворачиваясь, вытягивая.
стрінга рукою піднімає праву і лівую сторону до центру. Вдох. Грудь, хвост, подмышки, лицо тянутся, поменяли замок. Разворот, вытягивая сны. Wonderful. Со вдохом мягко поднимаем себя на центр. Хвост отставлен, грудь вперед, вверх, подмышки вверх, лицо вверх. Вытягивая себя на центр. И ручки свои. Ножки ставим вместе. Now I think Sasa will tell you that in 1 hour class, how many postures should be added, and what are the postures should be added. А теперь уже Саша нам расскажет, какие еще позиции можно добавлять и на каждом занятии и сколько их добавлять и как. Then we will move to the relaxation and meditation practices. 1 hour physical exercises. Yes, no, or I only talking and show. Yeah, only talking and show. В общем, я объясняю, а вы делаете. Talking and show, not doing. Talking and show. Не, можно не делать, как сказать. Груди, talking about asanas, what we doing before. Yeah. Окей, есть. Однажды Гуруджи я спрашивал по поводу последовательности выполнения асан во время одного занятия. Гуруджи дал несколько вариантов. Самый простой вариант. Что? Вам сидеть. Я буду рассказывать. Я буду Ларисе Витальевне показывать. Мне хорошо рассказать. Потому что она даже на ком-то показывает. В общем так, первое, асаны стоя, асаны сидя, асаны лежа на животе, асаны лежа на спине. То есть это первая последовательность асан, которая указана. Я хочу провериться просто. Окей, so I will translate to you so that you verify that. Yes. Да еще раз повторю. Асаны стоя, асаны сидя, асаны на животе, асаны на спине. The standing postures first, then the sitting back postures go second, then the lying postures on the на животе. On the belly. On the belly, and then the lying on the belly. Right. Вторая последовательность внутри этой последовательности. Вытяжение вверх, вытяжение вправо, вытяжение наклон вправо, вверх, вправо, влево. Вперед, скрутка, герой, прогиб назад. Okay, then the next sequence inside this sequence. Standing straight, then bend right, then bend to the left. Потом? Вперед. Then bend forward, then bend... Скручивание. Then twist. И назад. Скручивание. Вправо-влево. Тут не просто по позиции на скручивание. Twist, and then... Прогиб назад. And then back like this, backwards. So, do you all know the postures, what Sasa is talking about? I think about the step of asanas. Yeah. Asana stretch up, your, all people know this. Oh, that's good. People, that's good. He asked me, I show special for him. Up, right, yeah. Up, left. Yeah. Up, front, forward, this, up, twist, right, left, up, and back. Back, up, yeah. That becomes the totally standing series of asanas. No, это все стоячие позы. Можно комбинировать эти позиции стоя или сидя. Хорошо пройти один раз эту последовательность. Стоя, допустим. Или ее можно скомбинировать. Часть стоя, допустим, вверх в сторону, наклон вперед. Даже наклон вперед можно сделать по шаматанасане вместо падахасаны или поменять. Потом можно сидя сделать скручивание, например. Можно сделать змею, можно сделать дальше. Можно сделать одну серию целиком стоя, потом сидя или лежа. Повторить еще раз отдельные участки этой серии, но желательно в той же последовательности. Just show the asana, don't practice, just show it.
So I'll also take the pictures and put it on my website. Yes. And you take picture good. But if Sasa is not feeling well, then he should not do it. We start from Tadasana every time. Top of the head straight, every vertebra straight, body relax, mind relax, heart relax. Every vertebra straight, breathe in. Every vertebra straight, relax more inside your spine, breathe. Next position, this is upper head position, and stretch up, breathing head up. Stretch your shoulders parallel floor. And more up. Top of the head stretch, shoulders stretch, neck relax, mind relax, heart relax. Normal, feel stop of breathing, or normal, deep and slowly breathing. Relax the body, but stretch body in one moment. Next position, stretch, this, after, possible this, but I more like this because this stretch shoulders more. In this position, don't go back, stretch and little bit, I don't know name, widen. Adjust. Next position, hand up, top of the head, not stretch. Neck relax, body, mind, heart relax. Inside your body, every moment stretch and every moment relax. In one moment, stretch and relax. After, right, if need, come back, hand down, after, up. If don't need, right side. In right side, when we make it, как будет бедра? Hips. Hips stretch to right side, ребра. Ribs stretch left side, armpit stretch up, hand stretch up and side. Don't go inside your back. One line your body. First moment slowly, next moment more deep, next moment more deep. Neck relax, mind relax, body relax, stop, breathe out, or normal, deep, slowly breathing. After slowly, every vertebra from tail, come back, stretch, relax in one moment. Shoulders, head, relax, mind, eyes, neck, heart, relax, breathe out. Some breathing if need. Breathe in more stretch. Left side. The smile on the face. Yes. More deep. More deep. I know it is easy to for you all to smile. Not for us. With breathing straight and hand coming down. And some other postures, right of left side, I don't show now. Because we have much. Yeah. Next, after, we go front, forward, forward. Okay. Then you go forward, you have some asanas. We start hand up, stretching. Armpit, the whole arm. Whole arm. Upper arm, shoulders, armpit straight. Both your hand, not deep stretching. If you go deep stretching, you stretching in chest, not in lower back. If you
stretch in this, you have problem with spine. If you stretch in chest, you have no problem with spine. In this moment, every stretch direction. One, two, this is important direction. Three, four, five, seven. More stretch. After, you take your tail and stretch, breathe down. Slowly stretch your hands, stretch your face. First moment, if you want, you stay your hand this. If you want, before, stretch hand this. And go down. Head not go to your left. Head go straight to floor. Normal, slowly breathing. Come back from head or from back. Slowly in every vertebrae. Some postures, forward postures. I show only one. I give 40 if you need, because I am not present up. Скажи, не презентабельность. Я тоже сказал. Я угадал слово. Окей. Other position. Окей. Tomorrow. Tomorrow. Other twist position. Twist position. Your leg. Leg parallel. Parallel not this. Parallel this. If you check to your yoga mat, you see a little bit inside. No chest, no tail. Stretch, top of the head, stretch. Потому что если мы их приплюснем, мы их стираем. У взрослых людей межпозвонковые диски, они раньше клещеобразные были, вообще так желеобразные, теперь они закостенелы. Когда мы крутим вот эту штуку, почему я был не сильно за сечение шеи, потому что там без вытяжения, мы стираем позвонки, мы вытягиваем и потом тоже скручиваем. Там заболевание. Какой уровень? Денис. Вот этот обогреватель вниз за проходную. Вынеси сейчас, пожалуйста. Да, за проходную, там люди стоят, ждут его забрать. В общем, следующая позиция. Breathe in. Check your body. Hand inside, breathe. Top of the head and hand. Little bit stretch. Body inside, relax and stretch. In one moment, breathe in. Chest open. And slowly in right side, breathe out, knee, pushing elbow, move, and move. Last position, no inside, stretch, this hand, one line with chest, this hand, parallel chest, parallel other hand. Top of the head, stretch your eyes to this finger. Some vdokh, some breathing, or first moment. Stretch, come back. Stretch top of the head, vertebrae, hand, and relax inside your body, mind, heart. And breathe out, slowly move, feel your every vertebrae, stretch and relax in one moment, every vertebrae of your body. Don't move spine. Check position. After one time more, or some time more, if you need fast, if you don't make it fast, если вы не делаете быстро, то значит останавливаетесь и сам breathing in this position. Normal 1 minute it's good. More it's more good. If you make it fast, after fast, one and other side, one minute stay in the position, don't move. In this position, don't move body, don't move mind. Я тут не тот, тут другой. Да, я уже сказал. And slowly come back. When you go, come back from all positions. Внимание, это очень важный момент. Когда мы возвращаемся из всех позиций, наш позвоночник раскручивается вот так, следующий позвонок, следующий. We feel every vertebrae come back. Feel and start moving. Start breathing. Last vertebrae finish breathing. Moving and breathing, same.
This is very, very important. And mind go up to this everywhere. Go up. Other position for stretching, very good. I show only one more. Two sides of your shoulders. Breathing. Tail stretch. Chest stretch. Breathe out. Я показываю себе в этом варианте, он более привычен. Breathe in. And breathe. Очень важно, что треугольник практически равнобедренный центр, ладонь чуть за центр. Вес равномерен на трех, как тумбочка на трех ножках. Плечи. Вот такое плечи не подходит. Плечи вытянуты, вытянуты и скручены. Взгляд на пальцы верхней руки. Мое тело сейчас холодное, дальше я не буду скручиваться. Можно не фотографировать, я вам покажу лучше. Возврат. Back inside. С выдохом. Можно лучше между ними сделать наклоны, чтобы спина привыкла. Если мы сделали в эту сторону, мы можем наклониться, поподныривать, stretch everybody to come back. Because before we twist in one side, after, before, other side, more good if you stretch every vertebrae. Other, you make it in other side. Other, and breathing. Position before, chest stretch, tail stretch, after, come back, and stretch one line your body. Not this, full one line, stretch, 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 relax. And stretch one more. And breathe. Slowly and feel it. Good. Good. All steady? Done? No. You see, no, we have no much. Yeah. Maybe you say what I will do. Yeah. Yes, if you say I will do. Yeah. What's next? Sideways bending? No, not long, it's to the left, right. You make it. Yeah. More? Yeah. One more. У нас есть еще такой наклон, очень интересный. Я не буду пока. Конус. Конус. Что такое конус? Вот из конуса. Ты конус. Конус. Вдох, вытяжение. Ну, Рот, я не это сам, Макс, я не фотомодель, поверь. Что не спали, да, там... Ну, выражу вам, спасибо. Вытянулись, вдох. Потянулись влево. И вытягивая позвонки, тянемся вправо. Вот здесь первый вектор натяжения. Ребра туда. Таз туда. Подмышка с рукой туда и вытягивает плечо. Вот так не идет, вот так не идет, вот так не... Вытянута одна линия. Рука, плечи, вторая рука, одна линия. Эта рука нежно вытянута. Вот такого провала в спине нету. Выстраиваем одну линию. Шея, голова может так быть, в принципе, как удобно. Не сильно и не валить на плечо, но и не напрягать. Стоим в этой позиции. Из этой позиции, в принципе, мы можем уйти в другую позицию, более глубокую. Но здесь сейчас надо иметь теплое тело для того, чтобы уйти. И здесь вытягиваю. В этой позиции кажется, что я лежу вниз. На самом деле я вот этим тянусь вверх. Вектор stretch direction up. Таз не ровный, да? А? Таз не ровный. Ну тут ровный таз не удастся поиметь. В такой позиции. Потому что если я буду выравнивать, я наклонюсь сильно вперед. Но поясницу страховать. Вот такого прогиба не делать. Возврат. Вытянулись. И с выдохом медленно. Длина дыхания, длина движения. Опустили ручку. Видео? Видео. Окей. Макушка, тело, выдох. То же самое на второй. Да, я знаю. Есть такая же позиция с такими ногами. Есть такая же позиция с такими ногами. Она довольно сложная, я
как ни странно, для выполнения, потому что убрать спину в одну линию в такой позиции намного сложнее. Спина вываливается. Ее не вываливать, на вторую сторону. Ну, у меня неправильно сейчас холодное тело, я ее не вытяну. Ну, одна линия, рука страхует. Рука страхует на возврате. А кто-то звонит? Обозреватель брать. Ручку опустили. Да, да, сети. Sitting position. Да. Хорошо, позиция сидя. Ну, начнем с простых скруток. Скрутка первая, простая. Сидим так. Ручки так. С выдохом. Так. Дышим в этой позиции. Что мне важно? Чтобы вы не сидели на одной ягодице. Той или той. Чтобы ягодицы сидят ровно. Дальше. Ноги расслаблены. Дальше. Макушка вытянута. Крутите. Очень частая ошибка не сгибание локтей. В данной позиции локоть нас гнет, а не тело. Мы управляем телом, здесь локоть, здесь плечо с рукой. Руки нас скручивают. Эта рука нижнюю часть позвоночника, эта рука верхнюю часть позвоночника. И со вдохом в каждом позвонке возвращаемся, с выдохом ногу. Есть такая же позиция на другую сторону, когда на согнутое колено, но мне больше значительно нравится позиция на ровную ногу. То есть есть и так, и так. Это как бы первая позиция. Дальше. Есть позиция с вот такой вот, захваченной обычно снаружи. Скрученная, то же самое. Здесь идет интересный упор, и за счет того, что ноги не вниз идет, а вверх вытягивает, натянутый треугольник вытянутый. Возвращаемся. Со вдохом. Третья позиция. Я буду право-лево сторону использовать. Невозможно. Третья позиция простая тоже. Это арха, арха матсьендрасана. Что-то в этом роде. То есть нога стоит, ягодицы ровно. Живот мешает. И вот, в принципе, замок пальцевый. Просто артха матсьендрасана. Вариантов два. Пятка здесь. Второй вариант — пятка в промежности. И мы делаем пятка сбоку. Но если кому-то нравится пятка в промежности, в этом нет никакого проблемы. То есть то же самое, вытянутое тело. Живот как мешает. Да ладно тебе. Don't think that sasa is doing. I'm doing it. I'm becoming sasa. Не думайте, что это Саша делает, это Гуруджи делает. Так, это по скрученным позициям. Иногда людей, которым тяжело делать матсьендрасану, даже матсьендрасану, мы делаем просто вот такую позицию. Но позвоночник должен быть ровным. Можно в такой позиции тоже. And then we start, we have to do on the belly. Now the sequence that he has told us. When we make position, if we make position for chest, we straight chest for the first moment. Because some sweater breath is not straight chest. Stretch, and we make it, but before we make an Ardha Salaptasana. Подбородок тянется, на лоб голову не ставит, и расслабь, вдох, выдох. Со вдохом правая ножка,
Это нога расслаблена. Если вы чувствуете, что not possible relax other leg on floor, you little bit up and lie down. If not possible, press you like press you up. And all time up a little bit. But more good if you relax leg on the floor. Хорошо, если вы расслабите полностью ногу на полу, но если не получится расслабить, то держите. Дальше. Подбородок всегда на полу. Голова, плечи расслаблены. Это ножка высока. Но учтите, что если вы проверите ногой, вот я так подниму, но я не могу проверить ногой. То есть ножка высока, но так, чтобы в любой момент, проверяя ногой, она у вас не упала. Колено выровняю. Я выпрямлю колено, то что мы? У меня колено рост. И со вдохом, с выдохом опять ложите. Подышали. То же самое делаете с этой ножкой. В момент проверки ножка опасть не должна. Подбородок, тело расслаблено. Опустили. Тоже подышали. Потом обе ножки удерживая. Следите, ваше дыхание, тело не напрягается. Ну и что ж ножки там? Ну там лежали, сядьте, вас кто-то держит за пальчик. А вы так сидите, лежите и отдыхаете. Очень важно. Лицо тоже не напрягать, глаза, мозги, сердце не напрягать. С выдохом. После чего вытянули немножко и полежали. Полежали, отдохнули. Что, еще один партизан, да? Хорошо, легли. Дальше. У нас есть змеи. Я показывал в прошлый раз, сейчас мы змею на полусогнутый. Всегда при змее плечи подхватывают голову. Раз. И выходим. Лопатки сведены. Грудь. Голова. Локти не выравниваем. Локти нас тянут и страхуют нашу поясницу. С выдохом вытягиваясь. Укладываемся. Дальше очень хорошая позиция. Змея без рук. Из нее очень хорошо перейти в супермена. После можно перейти в лодочку. С такими руками. Такими руками, с одной рукой и там другие варианты. В общем, можно между каждыми полежать здесь, сделать здесь. Полежать, отдохнуть, сделать здесь. Есть еще вот так и так далее. То есть все эти. После чего мы можем перейти. Мы делали прогибы внутрь, поэтому хорошо перейти спиной вверх. Выровнять спину, лечь на спину. Здесь мы можем связку начать опять с ног, но здесь уже лучше, так как мы уже подготовили всю спину, все тело, оно готово, body is ready, мы можем поделать перевернутые позиции. Para que no haya mundo. There is a second rule. Со вдохом немножко уходим, с выдохом каждый позвонок укладываем. Смотрите, когда уходят ноги, часть расслабилась. Проконтролируйте это, держите, уже как ноги идут. Вам ни грудная клетка, ни шея, уже ничего не нужно. Они никак не влияют ни на дыхание, ни на какие мышцы. Расслабились.
подышали. Вот. После этого можно сделать, я не помню, как она называется, я называю полумостик. Полумостик, очень важная штука, натянуть руки ногами. Можно сделать майорасану. В чем вариант майорасаны? Матсиасану. Варианты есть падма матсиасана или такая матсиасана, это не принципиально. Следите на голове 10% веса, не больше, лопатки сведены. После чего можно сделать позу мостика, не помню, как она называется, помните? Чакрасу. Следите, вы легко стоите в этих позициях, можете бутерброд кушать. То есть у вас нет напряжения, very relax будет. На пальцах лучше не стоять. Ноги, руки подводить ближе к ногам и вытягивать. Вес размещен равномерно. После этого также нежно возвращаетесь, вытягиваетесь, либо делаете очень медленно компенсаторную позицию. Это может быть качалочка, авторест. После перерыва не сразу. Ну и закончить это можно все. Финиш. Сурья намаскар. 3, 5, 7, 10 times. 4. Особо ширшасана. У ширшасаны никому не рекомендую пока ее делать в том объеме, потому что у вас для нее поясница не подготовлена. Кулаки на полу, замок жесткий. Равнобедренный треугольный круг. Становимся на лоб практически. First moment, we check your leg. Leg very, very easy. Вообще без всякого усилия. Поднимаем наши ножки. Вес на руках. 90% веса на руках. Выравниваем спинку. И отдыхаем. Когда вам надоело стоять в этой позиции, также нежно, без малейшего броска, ваши ноги подобны пушинке, они нежно опускаются, не падая. Вытягиваемся и расслабляемся. Можно расслабление принять вот такое. И не встаем, don't stand up. 37, 1 minute, we lie down after shirshasana. После этого. Поднимаемся, шавасана. Good. Это же не я. Take rest. Take rest. So, little bit talk about today, and tomorrow we'll concentrate on different practices of meditation. Завтра будем рассказывать о разных практиках медитации. And you see that in these 30 years I have tried hundreds of practices of meditation. В течение последних 30 лет уже попробовал на себе очень множество практик, большое множество практик медитации. And again, when I went to America and I started looking at the group of the people, I met them. And I realized that the passive practice of meditation is supposed to be effective, very effective. Passive versus active? Yeah. И когда Гуруджи поехал в Штаты и понаблюдал за многими людьми и способами выполнения практик, то он пришел к выводу, что пассивные практики медитации эффективнее.
So we will understand that what exactly is the passive meditation, what is active meditation, what is dynamic meditation. Then we also understand the gross meditation, the subtle meditation, and the light meditation. There is a diffusive meditation, there is a discursive meditation. And the second one is discursive. Discursive. Can you explain it by some other word? Use some other word because I. You take any object or a mantra or a thought, and you allow that thought mantra to dissolve completely to give rise to a new state of consciousness. So it's the process of dissolving. Dissolving. Распадающий. Then there is a concentrated meditation practice also. And there is a witness meditation. In its reserve, the concentrated meditation is understood by the great masters as the least effective in its reserve. Среди всех этих видов медитации, медитация концентрирующая, она наименее эффективная по своим результатам. And the witness meditation is supposed to be the most effective in its result. А медитация свидетеля считается наиболее эффективной. But are we ready for the higher practices of meditation? Насколько мы готовы к более высоким практикам медитации? It is not that one type of the food is available in the store and anybody can have it. Это не значит, что если, к примеру, в магазине есть какой-то один вид пищи, то всем эта пища доступна, все ее могут есть. It all depends on our inner state of consciousness. Все зависит от нашего внутреннего состояния сознания. I have understood a little bit all about you, like Dennis, who has a tremendous analytical mind. Ну, Курджи уже о каждом из нас немножко узнал их особенности каждого из нас. And so the Taras has. Ну и, например, знает уже все обо мне и о Тарасе. Other Dennis is more of an emotional nature. То есть у нас больше аналитический склад ума. And Herman is more of a contemplative nature. So for every person, depending on their mental state and their state of the consciousness, the meditation can be different in order to lead them to very easy and effective awakening. Поэтому для таких типов личности и для каждого типа существует свой вид медитации, который сможет их привести к духовному пробуждению. It is exactly the way the sasa works on different groups of muscles in the body for a posture. I also work on your mind to change the practices of meditation. Таким же образом, как Саша, например, работает над различными группами мышц, в нашем теле таким же образом и Гуруджи работает над различными мышцами нашего ума для того, чтобы пробудить в них способность, для того, чтобы сделать так, чтобы ум пробудился к высшему сознанию. But mostly in the present state of the world, which is known as ease of anxiety and ease of stress. Но вот в настоящей как бы эре и эпохе, которая известна больше как эпоха стресса и беспокойства. So mind is running very fast,
ум очень быстро движется, очень стремительно. Which does not match with the speed of the brain. И как бы скорость ума уже мозг не в состоянии поддерживать, не в состоянии справляться с той скоростью, с которой движется ум. To give you an example, that you get up in the morning and you get a call from the friend and he wants you to come to him. Ну, например, вы встаете утром, и утром вам звонит друг ваш и хочет, чтобы вы к нему пришли. And the next moment, your boss calls you that now you have to report in the office immediately. И в следующее мгновение представьте, что звонит вам ваш босс, который говорит, что нет, нужно прийти в офис. And after 5 minutes, your wife says, no, I'm having a problem, you have to take me to the doctor. А еще 5 минут спустя тут жена еще, которая говорит, что мне вообще к врачу надо, и мне нужно есть. The first message was taken by the brain, oh, it's okay, I have no other work, I can go to the friend, I can ring to the office, okay, I'm coming late. И тогда что случается? Когда произошло первое событие, то есть позвонил друг, то мозг воспринял эту новость вполне обыденно, и он, поскольку других задач никаких не было, то с этой задачей он мог бы справиться без всяких проблем. So your brain has already sent a muscle, sent a message to the entire body and the mind and the emotions. No problem. I'm going to my friend. И ум уже как бы расслабился, послал сообщение телу и всем мышцам, что все в порядке, я еду к своему другу. Now the brain has to send the brain sends the second message. No, you have to report to the office. So there is a conflict in the body, in the mind, in the emotions. И теперь вот возникает следующий звонок, когда звонит босс, и получается, что в и теле, и в уме возникает конфликт, потому что одновременно вам нужно и к другу, и к офису. And that conflict is very great, wider. И этот конфликт он постепенно расширяется. Which we do not become aware. Мы это не осознаем. And then the conflicts in every cell of your body starts. И ну расширяется, имеется в виду распространяется дальше по телу, и затем в каждой клеточке нашего тела он отражается как бы этот конфликт. And then we again confuse the brain by hearing the message from our wife. А затем еще вот и жена когда что-то там сказала, да, что ее куда-то отвезти надо, то еще хуже стало. Мы опять запутали мозг. And then you switch on your car, it doesn't start. А затем, к примеру, вы еще выходите, садитесь в машину, заводите, она не заводится. Now the brain doesn't understand what to do and what not to do. И мозг уже не понимает вообще, что делать и чего не делать. That is what we call attention. И вот здесь в этот момент возникает напряжение. We call it attention. This word has come from physics. Это слово напряжение, оно вообще пришло из физики. And in that state of attention, mind is not able to decide what to do and what not to do. В состоянии напряжения ум никогда не способен принять решение, что нужно делать и чего делать не нужно. So now mind is agitated. Теперь ум находится в этом раздраженном состоянии. Oh, one more impression picked up by the brain. The state of anxiety of the mind is again picked up by the brain. И получается, что ум уже вошел в это состояние непонятки, раздраженности. И теперь снова ум сам получает еще одно позыв, толчок к беспокойству, это само это состояние беспокойства тоже влияет. Now mind is not ready how to act. И ум не готов и не знает, как ему дальше поступать. And that is the biggest problem of the brain. И в этом и есть величайшая проблема ума. And then the whole system is agitated. И тогда вся система система тела, система ума, она находится в замешательстве.
Mind tries to pick up the solution from your subconscious mind, from your past, from your memory. Ум занимается тем, что он пытается принять решение, основываясь на вашем предыдущем опыте, основываясь на накопленных знаниях, на которые находятся в вашем подсознании. And then what happens? The mind picks up a solution from the memory, but the emotion says, no, if I do not go with my wife, there will be a problem. If I do not go to the office, there will be a problem. If I do not attend to my front friend, there will be a problem. Тогда какое бы решение ум не принял, эмоции говорят, что все равно возникнет проблема. То есть, если я не пойду на работу, возникнет проблема с женой и друзьями. Если не пойду к друзьям, возникнет проблема с женой на работе. The problem is added when your wife is too much emotional. А если ваша жена еще слишком эмоциональный человек, то вообще проблема утраивается. It is added more if your boss doesn't like you. А если ваш босс еще вами недоволен, то вам вообще еще хуже становится. And your mind starts thinking, oh, if I do not go to the workplace, oh, the boss will fire me. Тогда ум начинает думать, если я не пойду на работу, то меня уволят. And you already got a call from your best friend. И в то же время у вас уже тут был звонок от вашего лучшего друга. So the negative emotions are now rising up. И уровень ваших отрицательных эмоций потихонечку повышается. So what happened? It is just like a traffic jam which runs to 5 or 10 kilometers. И случается нечто вроде такого затора, который, ну, пробки, транспортной пробки, которая на мозгу, естественно, которая распространяется там на несколько километров. And your mind is just like a car stuck up. You cannot move forward, you cannot move backward, you cannot move right, you cannot move left. И ум попадает в эту пробку, и он закрыт в этом пространстве, окруженный кучей мыслей, и не может двигаться ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. What to do? И непонятно, что ему делать дальше. How would you decide what is to be done in these situations? Relax and do nothing. That's where the rule of meditation comes. You're right. You're giving me the answer. Why should I say anything? So Dennis is a bachelor, so she's relaxed. I have no wife. I can take care of my friend, and there is no boss of me. So here the solution comes. The meditation means moving the mind with it. Итак, решение этой проблемы это переместить ум внутрь таким образом, чтобы он обратился внутрь. It is just like there is a snowfall outside, there is a wind outside. We just enter into the room. Ну как бы если то же самое, если у нас снаружи снег, дождь, а мы просто входим в комнату. So now you can perceive all the problems that has come from the outside clearly. Тогда, когда вы вошли в эту комнату, то вы можете из этой комнаты наблюдать и осознавать весь объем проблем, ясно их осознавать уже изнутри. The moment you move within, your mind rises to a higher state of the consciousness. А в тот момент, когда вы входите внутрь, ваш ум выходит на новый уровень сознания. And in that state of the consciousness, the peace comes from deeper within. В этом состоянии сознания мир, спокойствие приходят изнутри. And you say to the wife, yes, yes, you are my wife, so I have to take you to the hospital. Тогда вы говорите своей жене, да, ты жена моя, поэтому я тебя должен отвезти к врачу. And you tell your friend, you are my best friend, so you have to come to the hospital so that we can both take care of the wife. И когда ты говоришь своему лучшему другу, отвези, пожалуйста, мою жену
and you call your boss, you know, my wife is in the hospital, what should I do? Вы звоните своему боссу и говорите ему, ну так у меня жена вообще в больнице, поэтому я не могу на работу прийти. But that wisdom comes from your higher level of awareness, if the mind is moving in peace. Но это решение, оно приходит именно изнутри. So at least now Dennis is lucky, if he has a problem in the future, he will act like this. Да, я как всегда счастлив. So what does now, by setting this example, I'm conveying the message that it, meditation, organizes the movement of the mind or the mental consciousness. То есть смысл сказанного заключается в том, что вот это действие по переводу ума внутрь, оно организует, или медитация, она организует ум и придает всем мыслям упорядоченность. If it organizes all the movements of the mind, which is functioning in the material world, the mind will never have any distraction. Если медитация действительно обладает такой способностью организовать ум, то получается, что тогда ум никогда, будучи в медитации, он никогда не будет испытывать раздражение. And no thought disturbs you. И никакая из мыслей не будет раздражать. And your mind is naturally moving inside. И ум как бы с естественным образом будет погружаться. So what we do in passive meditation is exactly the same. А что мы делаем в пассивной медитации, то же самое. Yeah. So we are doing the in passive meditation exactly the same. We are leaving everything for a moment. The outer surrounding, that becomes the first step. То есть что мы делаем? Мы сначала обращаем внимание на наше внешнее окружение в медитации. The second step is the body and its experience. Its problem, we are leaving it and we are taking the mind deeper beyond the body. То есть вначале мы ум переводим с внешнего окружения на внутренние ощущения в теле, затем мы оставляем внутренние ощущения в теле. Сначала с внешнего мира мы переводим ум на внешние ощущения в теле, затем с внешних ощущений в теле мы переводим ум еще лучше на внутренние. But the brain has already agitated the body through its nerves and the muscles. Но ум в данном случае уже привнес в тело какой-то элемент раздражения посредством мышц и нервных импульсов. So then we calm down those muscles and the nerves. That becomes the third step. И тогда мы успокаиваем эти мышцы и нервные импульсы, и это становится третьим шагом. It is something that the person is knocking the door and now that knocking has stopped. Это как если бы кто-то постоянно стучал в дверь, и вдруг ни с того ни с сего этот стук бы прекратился. And we take the mind further at the emotional level. We check if there are emotional hesitations or not. И затем мы идем еще глубже, мы переводим свой ум на уровень эмоций и проверяем, есть ли на уровне эмоций. We experience the emotional void now. И теперь мы испытываем эмоциональное спокойствие. Now at this stage nothing that comes from the brain and the mind agitates us. И теперь уже ничего нет такого, чтобы приходило из тела или из ума, чтобы нас раздражало. The best time in the state to take the mind further, deeper with it. И это самый лучший момент для того, чтобы еще глубже погрузиться умом внутрь. And there we experience the peace consciousness. И там внутри мы начинаем осознавать мир. And that is what I call the Shanti meditation. И это
это то, что Гуруджи называет шанти-медитацией. It is like the five chapters of a book. Это похоже на пять глав книги. And there are five steps. И, соответственно, есть пять шагов. And every chapter is divided into many subchapters. И каждая глава поделена на множество там подразделов. So when we start our shanti meditation in the very first time, we take only the first subchapter of all the five steps. И когда мы начинаем шанти медитацию, то мы начинаем только с первой, с первого раздела, первой главы. And as one progresses, we can play with the different steps or different subchapters of the main section. И по мере того, как мы прогрессируем, то можно применять и комбинировать различные разделы разных глав в этой последовательности. And in the shanti meditation, I have almost included all the traditions. И в этой шанти медитации Гуруджи свел воедино практически все традиции. So I think that will help you. Well, we may practice tomorrow, Shanti Meditation 1, then I'll tell you that what are the different steps of it. And maybe that once I go there, or maybe I'll find out, I'll send you a couple of files, audio files of Shanti Meditation. Ну, завтра мы попрактикуем ее, а затем Гуруджи нам еще вышлет файлы с записью Shanti Meditation. Practice at least 50 times. Yourself. Минимум 50 раз необходимо практиковать ее. Experience. Write to me and then start giving that practice. Сначала ощутите свое себя, ощутите в этой практике и те ощущения, которые у вас будут, напишите их Гуруджи, а затем вы сможете только передавать эту практику кому-то еще. You can practice 50 times in 3 days, day and night. Можете практиковать 50 раз в течение дня эту практику утром и вечером. And maybe once in a week, when you have enough time, maybe 3 to 4 or 5 hours, practice it, to repeat it. Ну или а когда у вас есть свободное время, несколько часов подряд, то попытайтесь эти несколько часов подряд заполнить практикой, не без перерыва ее повторять. So as sasa prepares your body to do some difficult asanas, ну как Саша, например, готовит наше тело для того, чтобы выполнять различные сложные асаны. It will prepare you to go into a deeper experience by repeated practice. Таким же образом эта медитация позволит вам подготовиться к более глубоким практикам. One time you do the practice, you have some thoughts. В какой-то момент времени, выполняя эту практику, у вас могут возникнуть какие-то мысли. And second time you practice, you see that the body is totally calmed down, and you have no thoughts. А в другой момент времени вы можете почувствовать, что тело полностью успокоено, никаких мыслей нет. Third time you experience a total freezing down of the body or the numbness. Какой-то еще момент, третий момент, вы можете почувствовать, что тело замерзает или какое-то ощущение онемения в теле. The fourth time you simply transcend the body, you feel, oh, there is no body. А еще в какой-то момент у вас появляется ощущение, что тела вообще нету. And the fifth time you have the experience of tremendous happiness coming from inside. А еще в какой-то момент у вас может возникнуть ощущение счастья, которое исходит изнутри. So that's how those experiences will vary in every experience, even if you repeat the same practice of meditation. Таким образом, даже если вы будете повторять каждый шаг этой медитации, то этот ваш опыт, он будет, соответственно, меняться. So any practice of meditation, first thing is that it takes your mind within. Первое, что необходимо понимать в любой практике медитации, это то, что первый шаг предназначен для того, чтобы перевести ум вовнутрь. Then it uses some of the steps to help your mind to be transcended.
затем он использует определенные шаги для того, чтобы помочь уму преобразоваться. And the moment you transcend the mind, awakening takes place. А когда преобразовывается ум, наступает просветление. So we will move into the different practices. I'll give you some understanding of these different classifications of meditation. Итак, мы посмотрим внимательно на разные классификации медитации. And I may request you that you continue with this shanti meditation practice once I send you this audio file. И Гуруджи может нас попросить, чтобы мы выполняли эту практику шанти медитации после того, как он нам пришлет аудиофайл. And write to me your experiences. I'll help you further in that. И чтобы мы затем наши впечатления ему описали, чтобы Гуруджи смог дальше нас наставлять. So that brings an end to today's our talk, and so I think it would be better. I will ask Sasa and Luda. Luda has got to work a lot. Tomorrow can we meet from 10 to 2? At home, at Sasha's home, right? And I propose, I don't force, that Luda has to then prepare a lot for the food. So let them also bring something. Ну и Гуруджи предлагает, чтобы Люда не готовила особо еды, чтобы мы принесли всю еду. And we share all together. И чтобы мы вместе все покушали. One option. Or a second option, then Sasa will buy the food from outside. Или чтобы купили мы пищу где-то уже заказали готовую. What Larissa, you think? No, no thoughts. Emptiness in the mind. Okay, let then Sasa, but let Luda not prepare anything. His direction for me is roots. And so let Sasa prepare, bring the food from outside, and we'll all share. You prepare the food for yourself? Well, basically yes, but it's not the food that I would recommend anyone. Or I would give anyone to eat. It's just like maybe an egg, fried eggs, or some bread with the butter or something like this. So I don't cook a lot. So you should bring some fried eggs for me. So that was my intent. What better you eat? I eat everything and big quantity. Big. The Sasa will bring for you the big quantity. And what, sir, do you eat? Everything that his wife cooks. He's very small. There are no options. There is. It's very good, sir. He always keeps his wife happy. Поэтому тебе удается всегда жену держать в счастливом состоянии. Она любит готовить. Very light. Very light. And what do you do, Taras? What I eat? Yeah. Everything except meat. I don't eat meat. Okay. Then you can eat anything. That's good. And Yulia, what do you eat? Maybe, Sasa, you can buy 5 different kinds of cheese for you. Please. Okay.
And what dare is eat? Кашу? Фрукты, овощи? No, he's not really. He eats only chocolates and coffee. Coffee and chocolates only. Yeah, you can bring good chocolate for him. And Herbert? Овощи. Vegetables. Vegetables, yeah. We always take vegetables, so no problem. And what about you, Kasha? Last time, I like a lot Indian food. Indian food? Indian food, then I will prepare it. No, no, I will cook in there. This is your food. I help to you. Your direction, I will. Well, not you, either. Yeah, not me. And Maxim and Kasha, what do you eat? I know he always eats sorrow, pain, suffering. But what else do you eat? Мне похожа ситуация с Сергеем. Ну, я в этом таки мало, но Таня, она очень меня любит. Well, his situation is basically the same of Sergei's. So whatever his wife cooks, he eats. Yeah. But you are also eating sorrow, pain. No, ты также кушаешь боль, страдания. Yeah. You have not to eat now. You have to throw it out. Ну, можешь больше этого не есть. And what you eat, Kat? Cheese. Okay. And Larissa? She doesn't care. Good. That's good. So, you meet again tomorrow? Завтра снова встретимся.